Мы будем свидетелями становления команды. Линда Нигматулина и Руслан Гончаров представляют Казахстан. Женщин прямо на танцполе. Диана, использование национальных мотивов в танцах и даже в классическом балете — вещь достаточно популярная. С вашей точки зрения, ребятам удалось донести до нас индийский колорит? Да, но тем более она такая восточная красавица, и эта тематика ей очень подходит, и замечательно пластически она это исполняет. Но номер больше такой похож на поп-клип, то есть не на танцевальную, вот восточную, когда вся энергетика идет внутрь. Это очень